Агата, где мои очки? Не знаю. Может быть, в ботинках? Нет, в ботинках нет. Я уже проверил. А на кровати? На кровати нет. Под кроватью тоже. Может, где-то на полу около кровати? Нет, и вообще я никогда не оставляю очки на кровати, под кроватью, около кровати, или в кровати. Да, а в прошлый раз ты говорил, что нормальные люди не вешают очки над дверью. А они были там, как рождественский венок. Так, надо успокоиться. Походить по дому и внимательно посмотреть. А ты смотрел за книжным шкафом? Туда всегда все падает. За шкафом нет. Перед шкафом тоже. Обойди вокруг стола. Один раз очки были между столом и полками. Слева от стола или справа от стола? Слева. У полок рядом с окном. Нет, тоже нет. Их нигде нет. Пауло. Подойди к зеркалу.